И всем привет! С вами я, Демон 2009, и сегодня я покажу вам свой видос на мою студию, где я записываю треки. Так, для начала у нас вот мой микрофон. Эта ветка называется Logitech. И там хороший микрофон есть, потому что у меня нет денег на что-то дороже. Так, сейчас я вам покажу. Вам видно? Да, вам видно? Хорошо, пацаны, сейчас я вам покажу. Это куда я записываю свои треки. Это мой ноутбук Macintosh 2008 года. Он стоит 5000 рублей. Так, я вам сейчас покажу. Покажу вам свои колонки. Они хорошие. Это какое-то... это Sony. Вам видно, да? Вам видно? Это Sony. Это хорошая фирма. Там хороший есть звук. Так. Дальше у нас... А что это? Это поп-фильтр. Это хороший поп-фильтр, чтобы звук был лучше. Вот так вот надо держать и записывать треки. Он от фирмы Биобаланс, но он, конечно, самодельный. Так. Дальше я вам покажу... что это? Это же мой новый трек будет записан на этот бит. Он хороший, я его купил, я его скачал с сайта, где бесплатные биты раздают. Он новый, хороший. Так, это не то. Сейчас я включу. Фига себе, пасит. Я хорошо видно вам, пацаны? Я сейчас показываю как мой текст. Вам видно, да? Это мой текст моего трека. Так, камера хорошо. Ладно, это был мой первый видос. Сейчас я... Вам видно, да? Ладно, сейчас я буду вам снимать новые видео по контрасите, а потом завтра будет видос по Майнкрафту и по копателю онлайн. Это будет мой канал, где буду записывать видео. У меня, конечно, хорошей камеры нету, поэтому все будут примерно так, но это хорошо, это пойдет, это нормально все, ладно. Пока, пацаны, до свидания, надеюсь, вам было видно. Я умею, наверное, снимать. Все, пока.